Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Вот у нас рыжик опоросился 3 дня назад. Сегодня у нас 10-е число. Рыжик опоросился 7 на 8. Ну да, я зайду. Рыжик, ты меня не скушаешь? Я тебе травку дал, да? Поросяток 7 штук. О, крупненькие. Смотри, какая. Верхушечка трогает. Сами видите, малыши не маленькие, скажем так. Мамочка довольная жизнью. Ну, жопу убери. От света подвинься. Дал ей люцерки. Подвинься, пожалуйста. В общем, опорос шел долго достаточно, скажем так. Начался он еще, какого числа получается? 7-го начался, а 8-го утром еще заканчивался. Место выходило часов в 9 утра. Поросята были крупные, возможно, поэтому ей было так сложно разродиться. Крупные поросята. А ну... Они масенькие еще, потому это они с виду большие. А ходят еще с трудом, потому что 2 дня, в принципе, только. Завтра только будем колоть железом. Первый раз. Поэтому они такие не очень, скажем так, не культяпные, бегают как-то так корявенько. Но это пройдет, они наберутся силы. Ну а пока вот такой вот у нас, как скажем, прирост. 7 поросяток не очень, но в прошлый раз она вообще наплодила их там кучу, но были маленькие. И мы пожелали, чтобы маленьких не было, она взяла и привела только больших. Причем настолько огромных, что они в 2-недельном возрасте такого же где-то размера. В общем, под 2 кило, наверное, каждый был, а то и больше. Ну, с одной стороны, легче продастся, но с другой, конечно, маловато, хотелось бы, чтобы было с 10 хотя бы. Но опять же, маему-шумаему... Нечего там заглядывать в природе в зубы. О. Отличные, здоровенькие, бегают. При этом я никакого внимания не уделил ни во время опороса. Что-то такой замученный был, что увидел одного, подождал, разошел, посмотрел, потом пошел спать. Утром прихожу, все на месте, она живая. На второй день начала есть. Ну, уже ест по чуть-чуть. В общем, все нормально. Свинка огромная, соответственно, особых проблем с кормлением у нее не будет. Это она перед тем, как опороситься. А, не, вчера выпускали, в калюжу прыгала. Но не полюбляет грязи. Тут-то чисто, в принципе, видите, поросятки вон чистенькие, бегают, все как надо. Сама свинка любит быть в грязи. Я же повторюсь, поросяткам всего 2 дня, поэтому они такие вот еще не очень уверенные на ногах, скажем так. Белый бим черный. Где вот этот белый? Вот, с черным рыжий, ухом? Рыжий с черным ухом. А, вот это что ближе ко мне, да, есть. Тут лысых половина. Да. Мохнатых, как мама. Ну, в принципе, поросятки хорошие такие. Тьфу на них, что просли. Завтра уже начнем их колоть железом. Не знаю, даст ли она нам колоть или разберет сарай. Ну, что-то будем делать. Железом колоть обязательно надо, потому как в крови железа мало у них. Они его с молоком матери не получают. Поэтому железо обязательно. Зубы не обламываем. С одной стороны царапают. Ну, я бы не сказал, они уже взрослые свинки. Ты особо их не поцарапаешь. Там шкура с палец толщиной. Зато им легче вроде бы как цепляться за сиськи. Легче цепляться за сосок. Если есть зубки. Ну, а когда вырастут клыки, разберется... Новый хозяин. Вот это что такое? Хорошая, молодец. Я, наверное, пойду, если она меня выпустит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго. Выпусти меня. Все, я ухожу, выпусти. А тут чамарашный спит и не встает. Ты смотри. Не, он хотел. Не, я понял. Слышь, Зотка.
Отдай мне, пожалуйста, вот там, где зерно, большая кастрюля. Вот сходи туда, там зерно. Принеси большую кастрюлю. Сейчас я выкину. Ну, такие вот у нас. Вот такие у нас поросятки, вот такие дела. Свинка, не хочем она выпускать. Сейчас мы обманем судьбу и выйдем, закрыв ей зубастую морду. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.